А как вы познакомились с Александром Ивановичем? Не я с ним познакомился, а он со мной познакомился. Что ты говоришь? Дело в том, что я засветился на экране уже в то время. Андрей Дмитриевич ко мне подошел, мы бегали в садике. В нашем садике. Да, садике. Лина в белом костюмчике теннисном, такая аппетитная. Ну, я вроде с Линой тоже, кадрился. Ну, Демьянов подошел, говорит, вы Муромов? Я говорю, а что такого неприличного? Он говорит, да нет, все нормально. Вот, говорит, у меня есть стихи хорошие, наверное, хорошие, всегда с опаской к себе. Ну, посмотрите, а стихи, ну, прям просто песня готовая. Получилась у меня песня «Стюардесса». И она звучала в самолетах, в аэропортах, везде звучала. А после этого Андрей Дмитриевич принес мне вот эту книжечку. Я пролистал, и появилось сразу 9 песен. «Яблоки» в их числе? Поздние. «Яблоки» были написаны им в 71 году. В 87-м весной я выпустил, и в кассетах и вышло, и из каждого окна...